Топ-менеджеры РЖД стали актерами благотворительного мюзикла. Собранные от продажи билетов деньги пойдут на покупку музыкальных инструментов, спортивной экипировки, а также на взносы конкурсов для одаренных детей из малообеспеченных семей. В творческом проекте задействованы 22 руководителя из крупных российских компаний. Премьерный и единственный показ благотворительной постановки состоится 3 декабря на сцене Московского театра имени Пушкина. Тогда же одаренные дети получат гранты. Это такой интересный шанс, который выпадает, наверное, раз в жизни, поэтому очень интересно его реализовать, и поэтому находишь время после работы, между работой и домом, для того, чтобы попробовать это интересное искусство, выступить в дальнейшем на сцене и попробовать себя не в своей привычной роли, а в той роли, которая тебе выпадает. Проект направлен на помощь талантливым детям просто через оригинальную форму, когда руководители, непрофессиональные актеры, играют на сцене. Мы ставим профессиональный спектакль. За счет того, что у нас очень крутой режиссер, очень интересная команда, все по-настоящему, сцена, декорации, и мы тренируемся для того, чтобы выступить только один раз. Это как на Олимпиаду.